Вот не успел немножко на закат в Астрахани, но вот сейчас даже видно, да, ребят? Красотища. А вон сазан плывет. Так, у нас второй день подводной охоты. Вон Димасик у нас прикорм делает. Будет прикармливать сазана сегодня большого. Ну, посмотрим. Вечером фотоотчет обязательно. Рыбку чистим прям в лодке, чтобы не сорить на берегу. Да, Димас? Вот так срезаем чешую по-модному. Ты ее прям срезаешь, смотри. Круто. Так, и вторую сторону. И все плавники сейчас будем тоже, да, надрезать? Да нет. Нет? Супер профессионал вам сейчас покажет, как чистить нужно сазанов. Теперь так вот спарываем и достаем все кишки. Все, что не нужно. Отдаем морю. Сегодня мы в море охотимся. Тем самым прикармливаем. Сейчас еще рыба подойдет. Так, ну теперь делаем филейную часть. Вот так вот надрезаем. И аккуратненько вырезаем, чтобы осталась одна филешечка. Красота. Вот такими легкими движениями у нас остается одна филейная часть. Короче, ребят, заказывайте, кому надо рыба. Всем будем чистить. Вот чистая работа. Смотрите, одни косточки остались. Вот она, филешечка. Красота. И со второй стороны точно так же проделываем. Кто не знал, теперь знает, как чистить рыбу. Вот такой вот закат у нас сегодня красивый. А сегодня у нас еще день семьи, любви и верности. Поэтому, любимая, этот закат для тебя.